уже Майк там два раза прозвучал, границы были такие. Чиж плохо, Майк хорошо. Вопрос не об этом. Наверное, самый известный фильм про плюс, ну, с моей колокольчиком, и плюс. Вот он к чему ближе? Плюс Майка или плюс чужа? Ну, такой, на самом деле, хитрый вопрос, потому что фильм-то, в общем-то, он очень... Хитрый фильм, на мой взгляд, он где-то подвешен между какими-то вот этими болезненными какими-то истинностями блюза и между какой-то вот попсятиной, чтобы вот посерединке, я думаю, где-то он между Майком и Чужим застрял этот фильм. Мне кажется так. Лично вам он нравится? При всей его неоднозначности. Ну, он в моем личном топе, он не значится, этот фильм. Я просто, я максималист, поэтому в моем топе он не значится. Хотя, конечно, посмотреть, наверное, его нужно. Так же, как, я не знаю, какой-нибудь там фильм «Дорс», наверное, стоит посмотреть один раз, чтобы потом или забыть про него, или там обругать его, но посмотреть надо. Спасибо. Вам спасибо.